красавица. Да, стараюсь сдерживаться перед важными встречами. Здравствуйте, Вера Сергеевна. Вас ожидают. Благодарю. Вам как всегда? Да, будьте добры. Здравствуй, Вера. Здравствуйте, Евгения Львовна. Молодец. Я стараюсь. Вы мне обещали месяц отдыха. Ты выполнила все, что я велела, и честно заслужила свой отдых. Куда поедешь? Верка, ты как раз вовремя. Пирожки готовы. Ой, отлично. А ты когда едешь? На автобус уже опоздала. Поеду вечером поездом. Дороже, но зато хоть посплю. А платье ты купила? Купила, забыла показать. Пойдем. Ой, как они вкусно пахнут. Ты как с голодного края. Ты где была? В ресторане. В плохом? Чего ты в плохом? В хорошем. И давно в хороших ресторанах так плохо кормят? Я ж туда не есть, скажу, Люба. Ах, ну да. Простите. Сколько в пирожке калорий? Столько, сколько надо. Па-бам! Как тебе? Это я себе купила. Ну что, для сельской местности подойдет, да. Оно шикарное, ты ничего не понимаешь. И главное, стоит 3 копейки. Ты Наде платье купила? Я присмотрела 2. Одно такое, ну, в бутике на площади, такое в твоем стиле, очень дорогое. А второе в магазине подешевле. Я подумала, я ей там оборочку пристрочу и бантик сделаю. Будет шикарно. Сколько стоит то, которое в моем стиле? Ой, оно очень дорогое. Я дам денег. Вер, ну... А все прекращай. Нет, подожди. Вер, ну перестань. Да все прекращай. Вер. Выпускной раз в жизни бывает, а во-вторых, для твоей племянницы мне ничего не жалко. Таким образом, я передам ей хотя бы и привет от тебя. Хотя думаю, что она меня уже, наверное, не помнит. Ну, чего же не помнит? Когда я привозила? 8 лет? 8 лет назад, да? Мы еще гуляли вместе в парке. В том году сестра моя умерла. 8 лет. Господи, как быстро время летит. Кошмар. Держи. Хорошо у тебя, Любаша? Что ж хорошего? Старая квартира.
Мне тоже твои их аромы. У тебя дома пахнет. Ты не понимаешь. Это хорошее. У меня же кроме тебя никого и нет. Так что ты моя семья, поняла? Верка. Пересоздавай. Все, соберись. Я пойду. Успокойся. Тебе тоже собираться нужно, и мне тоже полно дел. Все, Надя, привет. Подожди, Лидаш. Пирожков я тебе с собой дам. Не надо, у меня же есть. С вишней. Твои любимые. Ну, с вишней давай. Я знала. Надюша. Заждалась. Ну, ты знаешь наши дороги. Пока дочапала, всю грязь собрала. Мы тебе такую характеристику написали. Сплошные дифирамбы. Спасибо, Зинаида Прокофьевна. Не, ну нормально. Но все, что мы написали, чистая правда. Ты наша гордость. Наша лучшая ученица. Ой, как быстро время летит. Ты как будто вчера пришла. Да. Время летит. А сколько ты для нас олимпиад выиграла? А сколько мы благодаря тебе грамот получили? Да пустяки. Пустяки. Золотая медаль. А еще говорят, что в провинции образование слабое. Но про наш техникум так не скажешь. Мы твою фотографию повесим в актовом зале. Пускай ребята на тебя равняются. А ты куда собираешься поступать? А у меня тетя в столице. Попробую в университет. Правильно. Получай образование и трудись на благо Родины. Вот посмотри на меня. Посмотри на наших передовиков. Будешь стараться, и ты будешь жить так, как мы. Зинаида Прокофьевна, вы простите, но мне правда нужно идти. У меня еще очень много дел. Ну, не забывай нас. А еще лучше. После учебы возвращайся к нам. Будем вместе, бок о бок, поднимать и развивать нашу глубинку. Спасибо. До свидания. До свидания. Вернуться сюда и быть как вы никогда и ни за что. Здрасте. Привет. Привет. Здрасте. А я вот тебя ждал. А что это на тебя одето? А что? Это же все не то. Да, я на выпускном в другом буду. Надеюсь. А чего пришел? А знаешь, я тоже решил ехать в столицу поступать. Зря. Что зря? А зря я тебе сказала, куда еду поступать. Надо было сказать, что я еду в Забугорск. Ты бы туда и уехал. Ты что, думаешь, что я тебя недостоин? Паша, я тебе вообще не думаю. Ну вот совсем, никогда не думаешь. Ну, если честно, то иногда думаю. Ну вот, видишь? Вот смотрю на тебя сейчас и думаю, когда наконец-то Павел поймет, что нам с ним не по пути. Настя, я докажу, что я тебя достойна, и ты поймешь, что я твоя судьба, и будешь моей женой. Ну, может быть, я вообще пока что замуж не собираюсь. Тем более за студента, пока еще непонятно какого вуза. Чтобы жить непонятно где и непонятно на что. И вообще я создана для другой жизни. Настя, я дам все, что тебе нужно, все, о чем ты мечтаешь. Ах, ты понятия не имеешь, что мне нужно. И сколько стоит моя мечта? Ну, сколько? Ну, скажи, сколько я заработаю, Надь? Сама заработаю. Быстрее будет. Ну, вот увидишь, я достигну высот. Ну, достигнешь, приходи. А ты нажми на него! Константин Борисович, я не понимаю, это дама. Кофе. Ну, давай разберись с ним, пока я не разобрался с тобой. Все. Жестко дела ведете. А по-другому нельзя. Здравствуйте, Евгений Львов. С чем пожаловали? Так зашла посмотреть, как поживает твой комбинат. А что такое? Нет, все нормально пока. Так, а что означает пока? Отберут его у тебя. Так, Евгений Львовна, ты шуточки-то не шути. Ты
по делу говори. Если рейдеры, кто? Да и пускай только сунутся. Если бы рейдеры, все гораздо серьезнее. Слушай сюда внимательно, Костя. Вот-вот будет принята поправка к закону. Согласно этой поправке, все крупные государственные предприятия, приватизированные в 90-е, будут проверены на предмет нарушений. Если нарушения существенные, то эти предприятия будут возвращены государству. А ты прихватизировал свой комбинат с очень большими нарушениями. Ты первый в списке. В каком списке? На реприватизацию. Полгода, максимум год у тебя его отберут. Вот как. Список, как ты понимаешь, секретный, но я его увидела, мне по службе полагается. Да что же это за беспредел-то, а? Будем жить по-новому. И придется вернуть государству все, что ты у него украл. Ну, я собирался продать комбинат. Прижал человек, нет. Есть в Прибалтике человек. Крупс? Ну, если вы и так все знаете. Человек осторожный. Очень долго торговался, приценивался. Вот сделку готовим на начало следующего года. До конца этого года у тебя могут отобрать комбинат. Не ждать. В течение месяца, двух соверши сделку. И когда придут отбирать комбинаты, его будут отбирать не у тебя, а у прибалтов. А ты останешься с денежками. Не успеешь быстро продать, продавать будет нечем. Спасибо, Евгений Львовна. И не за что. Тем более я это делаю не бесплатно. Ваш кофе. Пошла вон. Ну, ты же сказал, человек, пошла вон. Поздравляю. Михаил Крумс в списке самых успешных бизнесменов Латвии. На каком месте? Не знаю, но в десятку точно входишь. Ты почитай. Времени нет. Работы много. А я как раз по делу зашел. Звонили от Рыкова. Хороший у него комбинат, но как-то многовато они за него хотят. Вот по этому поводу они и звонили. Они снизили цену до нашего первоначального предложения и согласны на все наши условия. Ты представляешь? Хотят завершить сделку максимально быстро. Ого. Так что собирайся, едем покупать этот прекрасный комбинат. Артём, не спеши. Почему они вдруг так взяли и снизили цену? Так бывает. Выставляют за одну цену, потом торгуются, продают за меньшую. Но мы уже сторговались. Мы готовим сделку на начало следующего года. Почему они вдруг взяли и снизили цену? Спешат? Мне кажется, это подозрительно. А мне кажется, нам крупно повезло. Так что мне им передать, мы едем или нет? Едем. Посмотрим там, все на месте. Может быть, здесь нет никакого подвоха. И нам действительно очень повезло. Значит, он приезжает завтра? Вот это отлично, просто сплавь ему свой комбинат и все. Мой процент не изменился. Переживаю я. А вдруг затянется все? Ну, я цену сбросил. А вдруг этот Крумс что-нибудь заподозрит? Ну, вдруг упрется этот горячий прибалтийский парень и не станет ни комбинатик мой покупать, ни купчую подписывать. Вот как сделать так, чтобы
не сорвалось-то? Все подпишет. И купит. Есть у меня одно секретное оружие, стреляет без промаха. Ну как? Это хорошо. А мне-то что делать? Встречай, иди своего покупателя. И, пожалуйста, господин Рыков, прекратите трястись. Он почувствует еще в аэропорту твои вибрации и поймет, что его кидают. Ладно, все, я это... успокоюсь. Я его встречу, только... Только вы свое оружие-то заряжайте, Евгения Львовна. Да, Евгения Львовна. Не ожидала я вас услышать, если честно. Почему не ожидала? Да, потому что я в отпуске. Отпуск отменяется, Вера, есть срочная работа. Нет, подождите, вы обещали мне месяц отпуска. Это важно. Я не могу, я уже взяла билеты, я улетаю. Сдай билеты, есть важная цель, очень важная цель, промазать нельзя. Информацию ты получишь. Я поняла. Ну, собственно, накрылся мой отпуск. Добрый вечер. Добрый. Это вам. Благодарю. Хорошего, у меня накрылся мой отпуск. Есть кто-то дома? Тетя Люба приехала! Привет, Надюшка! Привет, моя дорогая! Я-то тебе платье привезла. Ух ты! Да. Папка дома? Ага. Ой, тут ценник на коробке, оно дорогое. Ну, платила не я, а тетя Вера. Ты ее, кстати, помнишь? А, плохо помню. А вот она тебя очень хорошо помнит. Это от нее подарок. Но выбирала я. У меня самая лучшая тетя в мире. Любушка, привет. Привет. Как доехала? Нормально. Так, давай, беги. Примеряй, да? И времени не так много, еще ж прическу делать. О, сумку давай, ну. Ну что, как здоровье? Ну, проходи. Ой, а я, кстати, тебе тоже купила кое-что. Да? Да. Вот. Рубашку новую, галстук. Ух ты! Ну да, чтобы на выпускном соответствовал. Спасибо. Спасибо, моя хорошая. Как здоровье, так и не ответил. Что врачи говорят? Глупости всякие. Па-вам! Ну, как вам? Просто блеск. А завтра давайте на шашлыки. Нет, ни дня не задержусь. Надя надумала документы в университет подавать. И поступлю. И молодец. А жить будешь у меня? Я хочу самостоятельно. Исключено. В столице молодой красивой девушке без присмотра нельзя. Тетя Люба. Нет. Нормальной работы у меня давно нет. Вот держу огород, курей. Денег не хватает. Я вижу. Она стесняется нашей жизни. Меня стесняется. Пускай уезжает. Учится. Устраивает свою жизнь.
Может, ей больше повезет, чем ее родителям. Чайку будешь? Свари. Среди всех моих пациентов вы самая дисциплинированная. Два раза в год проходите полную диспансеризацию добровольно, без напоминаний. Я всем ставлю вас в пример. Все в порядке? В порядке? Вера Сергеевна, у вас все просто замечательно. Учитывая ваш возраст, я даже удивлен. А что тогда с моим циклом? Вы что, не догадываетесь? О чем? Вера Сергеевна, вы беременны. О, голубушка, не надо так переживать. Я же вам говорю, что ваши анализы, они просто идеальны. То есть я смогу родить? Конечно. И выносите, и родите. Я пойду. Вера Сергеевна. Да. Один важный нюанс. Если вы хотите родить здорового ребенка, вам необходим полный покой. И эмоциональный, и физический. Воздержитесь от любых нагрузок, в том числе и сексуальных. В смысле? Буквально. Вам нельзя заниматься сексом на весь период беременности. Так и передайте. Кому передать? Вашему мужу, партнеру. Это очень важно. Алкоголь, никотин, кофе и крепкий чай тоже абсолютно исключить. До свидания. А какой конкурс? У меня же есть шансы поступить на бюджетный? На бюджетный? В один из лучших вузов страны? Только на бюджетный. У меня нет возможности на платный. Возьмите, пожалуйста, вот расписание вступительных экзаменов. Удачи. Так как думаете, есть шанс? Следующий. Спасибо. Документы в университет подала. Папа, послушай, я себя неважно чувствую. Давай перенесем встречу. Слушай, а давай, наверное, мы к тебе приедем. И накормим, и вылечим. Так, все, скоро будем. Надь. Надя. Надь, все. Все, заканчивай. Собирайся. Поехали к тете Вере. Давай, давай, давай. Привет. Здрасте. Я Надя. Привет. Я тебя помню. Ты уже так выросла, красоточка. Пойдем поговорим. Нет, пойдем, сувайся. Не надо. Пойдем. Что с тобой? Ты простудилась? Ну, почти. Что? Плохие дела. Такие подцепила какую-то заразу. Я беременна. Верка. Да ладно? Как? Стоп. Тебе же 20 лет назад сказали, что ты не можешь иметь детей. Сказали, видимо, ошиблись. Подруга, что ты надумала? Я не знаю. Подруга, не думай. Не думай про аборт, слышишь? Не отказывайся от ребенка. Любаш, ты прекрасно знаешь, какая у меня работа. С ней уже так просто не уйдешь. Какая работа? Чего тебе не хватает? У тебя же все есть. Не отказывайся, слышишь меня? Рожай. Люба, дело же не в деньгах. Ты не понимаешь? Слишком много подводных камней, Люб. У нас один с тобой был подводный камень.
по молодости, наша глупость. Ты помнишь, как мы с тобой в первый раз на панель вышли? Сколько нас тогда таких было? Тысячи. А теперь кто умер, кто спился, кто скололся, ты одна из всех девчонок добилась чего-то. У остальных в лучшем случае хрущевка и телевизор. Вера, да я бы все на свете отдала для того, чтобы сейчас родить. Господи, счастье-то какое. Выпить есть? Ты сама знаешь, что есть. Ну что, ты уже освоилась? Какой? Красно-белый? Красный. Тетя Люба, ты что, плакал? Ерунда. Молодость вспомнили. Ты знаешь, аккуратно. А тетя Вера, она самая красивая, успешная и элегантная женщина из всех, которых я встречала. Да, она такая. Она умеет производить впечатление. А чем она занимается? У нее бизнес. Ух ты. А какой? Консалтинг. А она консультирует бизнесменов. А я бы тоже хотела работать в этой сфере. Как думаешь, я смогу быть когда-нибудь такой, как тетя Вера? Ты это брось. Ну, я в смысле... Тебе сейчас нужно думать об учебе, об образовании, тебе учиться, а работать пока рано. И не смей думать о работе, тем более такой, как у тети Веры. Ты знаешь, аккуратно. А тетя Вера, она самая красивая, успешная и элегантная женщина из всех, которых я встречала. Да, она такая. Она умеет производить впечатление. А чем она занимается? У нее бизнес. Ух ты. А какой? Консалтинг. А она консультирует бизнесменов. А я бы тоже хотела работать в этой сфере. Как думаешь, я смогу быть когда-нибудь такой, как... Тетя Вера. Ты это брось. Ну, я в смысле... Тебе сейчас нужно думать об учебе, об образовании, тебе учиться, а работать пока рано. И не смей думать о работе, тем более такой, как у тети Веры. Ты с ума сошла? Я тебя спрашиваю, ты что, рехнулась? Мы как договаривались, я тебе могу звонить, ты мне не можешь, только в крайнем случае. Тем более приходить сюда. Это и есть крайний случай, тем более, что вы не берете трубку, на смс не отвечаете. Что мне оставалось делать? Ждать надо. А я не могу ждать, потому что это очень важно. Говори. Евгения Львовна, я не смогу больше на вас работать. Что? Я беременна. У тебя же всегда все под контролем было. Присядь. Это задание очень важно для меня. Ты должна его выполнить. Мне нельзя спать с мужчинами. Хочешь спи, хочешь не спи. Это не мое дело. Но выполнить задание ты должна. Путан много. Хороших путан предостаточно. Но ты лучше. Ты снайперша. И вот другой такой у меня больше нет. Я вывожу тебя на цель, ты бьешь без промаха, я получаю то, что нужно, ты получаешь большие деньги, и я прикрываю все твои неприятности. Миленькая моя, я устала, я больше не могу работать, вы меня понимаете, Евгения Львовна? Для меня очень важно сохранить эту беременность. Ты сама выбрала такую жизнь. Евгения Львовна, я на вас так давно работаю. Отпустите меня. Пожалуйста, отпустите меня. Я вас очень прошу. Хорошо. Я отпущу тебя. Вот выполнишь это задание.
Это твое последнее задание? Я не буду выполнять это задание. Точка. Все. Да неужели ты думаешь, что мне не надоело это дело? Ну, неужели ты думаешь, мне нравится этим заниматься? Эти тайны, эти секреты, это постоянный страх. Я тоже человек, я тоже хочу отдохнуть. Мне тоже нужно немножко покоя, радости. Но вы же сами выбрали эту жизнь, правильно? Твое дело. Содержимое этой папки поможет сделать твою красивую и богатую жизнь никчемной и некрасивой за полчаса. Выполнишь задание, я тебе ее отдам, можешь ее сжечь. Нет? Пойдешь в тюрьму. Итак, твоя цель — бизнесмен Михаил Крумс. Он должен подписать договор о покупке комбината. Может быть, ты его так обаяешь, что он все подпишет, не доходя до койки? Мне все равно. Но он должен подписать купчу. А теперь иди и изучай цель. И улыбайся, улыбайся. Улыбайся, все улыбайтесь. Добро пожаловать на нашу гостеприимную землю. Мы гостям всегда рады. Здравствуйте. Здрасте. Спасибо за встречу. Ну, разве это встреча, это так, формальность. Мы всегда всех так встречаем. Вот настоящая встреча будет вечером в ресторане. Машина в вашем полном распоряжении на все время вашего пребывания в нашем городе. И водитель. Но мы заказали машину. Ну, приезжала машина, я ее отправил. Ну, не обижайтесь, старика. Я человек старой формации. Позвольте принять гостей так, как мне хочется. Скромненько, по-свойски. И до вечера. Че ты улыбишься? Застегнись. Так, Михаил Крумс, что ж ты такой скучный-то? Симпозиумы, бизнес-форумы, а кроме работы ты больше ничем не занимаешься, что ли? Доктор Мак. Ну, хорошо. Это лучше, чем ничего. Как видите, все идеально. Кстати, если б не острая необходимость, ни за что не продал бы такой прекрасный комбинат. А если не секрет, из-за чего возникла срочная необходимость? Так, новый проект. Очень серьезный. Вот, кстати, нужны глобальные капиталовложения. Прошу прощения, господа, это ненадолго. Евгения Львовна, голубушка, где твое секретное оружие? Какая племянница? Понял, племянница Веры. Да понял, племянница Веры. Здравствуй, голубушка. Как добралась? Все хорошо. Господа, моя племянница Вера. Здравствуйте. 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 Дядя, ты мой спиннинг взял? Какой спиннинг? Ты что, забыл? Спиннинг. Дядя, я завтра собиралась ехать на рыбалку. Извините, я правильно услышал? Вы рыбачите? Да. Да, с детства люблю рыбалку. И хищники — моя слабость. Надо же, а где вы любите рыбачить?
Да где угодно, вот скоро начнет окунь бить, и я знаю, на водохранилище очень хорошее место. А вы тоже рыбак? Ну. Да? А ну-ка, признавайтесь. Да. Вижу по глазам, что да. Да. Идемте, я вас провожу. Я был рад с вами познакомиться. Может быть, подымитесь выпить кофе? Еще мне что-нибудь интересное расскажете? Например, что? Ну, например, как вы ловите карпа на кукурузу? Вера, вы удивительный собеседник, но уже поздно. Давайте как-нибудь в другой раз. Договорились. Спасибо за вечер. Доброй ночи. Одна? Да, как видите. Такого никогда не было. Ну что, гей? Нет. Он просто влюблен в свою женщину. Да, такое бывает. Редко, но бывает. Прекрати, пожалуйста. Крумс холостяк и ни с кем не встречается. Это невозможно. Дерзай. Хочешь, чтобы это была твоя последняя цель? Значит, это твоя главная цель. Завали его. Он должен подписать купчую, и мне все равно, как ты это сделаешь. На бюджет вы не проходите по конкурсу, а на платный мы можем вас принять. Здрасте. Привет. Что ты в такую рань, плакала, что ли? Я уже нет. Я была в университете, меня срезали на первом экзамене. Так что на бюджет путь заказан. Тетя Люба знает? Да, я ей звонила. Она говорит, что ничего страшного. Она правильно говорит. Мне нужно с вами поговорить. Можно я зайду? Простите, что так рано, но я боялась, что вы уйдете на работу. Куда уйду? А, ну на работу, да. А, ты любишь чего-нибудь шоколад? Я не знаю, я к вам по делу. Я тоже хочу работать в консалтинговом бизнесе. Тетя Люба рассказала мне, что вы работаете в консалтинговом бизнесе. Да. Я не совсем понимаю, что это такое, но я всему научусь, правда. Я очень сообразительная. Я буду делать все, что вы мне скажете. Но я ни за что не вернусь в свою деревню, в эту нищету. Мне нужно заработать деньги на платное отделение и вырваться, вы понимаете? Встань и пройдись. Куда? Ну, оттуда туда. Знаешь, как правильно, кулинария или кулинария? А как нужно сказать, чтобы вы меня взяли? Ну, ты такая хорошая девочка. Бери шоколадки, иди домой. Ты иди домой, а я подумаю. Потому что в наш консалтинговый бизнес ход копейка, выход две. Кого попало, туда тоже не берут. А я подумаю, может, тебе и не стоит туда идти. Спасибо. Заходи, Верочка. Заходи, заходи. Слышь, Любань, ко мне тут Надя приходила. Говорит, что хочет работать вместе со мной в консалтинговом бизнесе. Вот Надька глупая. И что ты сказала? Да ничего я не говорила. Но я думаю передать ей эстафету. Что? Ну а что, девочка, она красивая, есть в ней что-то такое особенное. Думаю, она далеко пойдет. Ты сейчас
Серьезно? Да, конечно, более чем. Мне уже пора завязывать. Правила наши ты знаешь. Уходишь, приведи себе замену. Вот, я ее всему научу, передам ей все связи. Так, даже не думай, пусть девочка живет нормальной жизнью. А нормальная это какой? Такой, как у тебя? То есть ты не хочешь, чтобы она имела все то, что имею я? А что у тебя есть? Ни мужа, ни счастья, ни семейного тепла. Да, у тебя есть деньги, да. У тебя есть квартира. Но в этой квартире холодно. Даже летом, в жару, когда я к тебе прихожу, я там замерзаю. Кондиционер работает. Это у тебя в душе кондиционер. От тебя просто веет холодом. Значит так, даже не вздумай подходить к Надьке, слышишь? Я тебе ее не отдам. Она не такая, как мы. Она лучше нас. Да ладно, о чем мы сейчас об этом говорим? Ей самой решать, что ей надо. Ей нужно простое женское счастье, которого не было ни у тебя, ни у меня. Все, иди. Уходи, я сказала! Здравствуйте. А Надя здесь живет? Здесь, здесь. Проходи. А ты кто? Привет. Павлик. Ну, то есть Павел. Жених. То самое женское счастье, которое так нужно Наде. А что случилось? Я в институт поступил. И мне даже комнату в общежитии уже дали. О, комнаты в общежитии. Это же классно. Так, Вера Сергеевна как раз собралась уходить. Пойдем. Жених. Давай, давай, проходи. До свидания, Павлик. Алло, Надь. Ну что, я тут подумала и решила, что я возьму тебя на работу, но лишь только при одном условии. Что тебе тетя Люба разрешит. Да. Так что я жду твоего звонка. Пока. Думаю, после окончания института я смогу получить хорошую работу, кредит взять в банке, квартиру купить. Конечно, будет сложно, но а кому сейчас легко? А ты что здесь делаешь? У тебя очень милая тетя. Так ты к ней пришел? Надь. Надь, я пришел тебе сказать, что я поступил в автодорожный институт. А я не поступила. Так что нам с тобой, Паш, не по пути. Ты иди учись, а мне с тетей Любой поговорить нужно. Надь, не груби. Человек пришел в гости. Я с этим человеком 10 лет за одной партой присидела. Надя. Тетя Люба, вы не переживайте, я уже приеду. Паша, сядь, пожалуйста. Паша никуда не уходит. Ну хорошо, пусть слушает. Я хочу работать с Верой Сергеевной. Так, Паша, ну пойдем. Пойдем, пойдем. Надь, я тебе позвоню. Да, 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 пойдем. До свидания, тетя Люба. Надя, а ты вообще знаешь, чем занимается твоя тетя Вера? Я тебе сейчас расскажу про ее консалтинг. Так тетя Вера проститутка? Ну, не в общепринятом смысле этого слова. Ну, по сути, смысл тот же. Да, по сути, она тоже спит с мужчинами за деньги, но мужчины не всегда об этом знают. Не понимаешь? Mm-mm. Таких, как она, называют снайпершами. Ей указывают на мужчину, говорят, чего она должна от него добиться. Любыми путями. И когда задание выполнено, она получает за это деньги. И связывается с очень богатыми и влиятельными мужчинами. Прям спецагент какой-то. Фу, ты какой спецагент? Путана она везучая. Спецагент. Вам срочно телеграмма. Тетя Люб, что-то случилось? Твой папа. Да что же вы за человек такой? Ну, вчера на этом месте гроб стоял, люди плакали, а вы... Тетя Люб. Послушайте, я работаю.
Так, по документам. Участок с домом 20 соток. И 40 соток огорода. А где ваши огороды? Там у озера. Точно. Водоем указано. Это все незаконно. Законно, законно. Хозяин этого дома брал кредиты в разных банках. И все это имущество заложено-перезаложено. Поэтому банк конфискует имущество за долги. Вы до конца месяца должны покинуть дом. Вот, кстати, судебное предписание. Ваш отец ознакомился с ними, умер, к сожалению. А вы единственная наследница. Граждане, находясь в здравом уме и в крепкой памяти, никогда не берите кредиты в банках. Здравствуй. Здрасте. Заходи. Дверь закрой. Вещи оставь в коридоре. У тебя что случилось? Вера Сергеевна, тетя Люба рассказала мне, чем вы на самом деле зарабатываете на жизнь. И? Она ругает вас последними словами и запрещает с вами общаться. Ну, это понятно. А ты что? Поссорилась с ней и ушла от нее. Возьмите меня к себе. Я тоже хочу быть снайпершей. Что скажешь? Все в порядке, но я решила поменять тактику. В смысле? Подключаю к работе ассистентку. Подключай, кого хочешь. Но это задание ты должна выполнить. Что скажешь? Миш, если хочешь знать мое мнение, то, по-моему, предложение отличное. Я хочу, чтобы ты проверил еще раз этот комбинат. Хорошо. Обрати внимание на склады. Понял. Понюхай, потрогай все. Ну, не мне тебя учить. Я чувствую, что нас ждет какой-то подвох. Тогда почему тебе не поехать со мной? Мне надо вернуться в Ригу. На пару дней. Годовщина. Доброе утро, Вера Сергеевна. Ваш столик свободен? Прошу. Спасибо. Здрасте. Ваш кофе, Вера Сергеевна. Нет, кофе мне сейчас нельзя. Но вы чашку не забирайте, хорошо? И принесите сок. Любой. Прошу вас. Мы что, не могли позавтракать дома? Могли, но я люблю, когда у меня есть свободное время завтракать в ресторанах. Ого! Ну, здесь и цены. Ну, не хотите завтракать дома, давайте пойдем туда, где попроще. Надь, никогда не позволяй себе есть в дешевых забегаловках. Это дурной тон. Как по-твоему, это что? Это чашка кофе. А это? Ресторан. Нет, милая моя, это не кофе, это не ресторан, это не меню, это образ жизни. Ты должна к нему привыкнуть. Если ты хочешь зарабатывать миллион, ты должна на миллион выглядеть, ты должна пахнуть на миллион, ты должна излучать уверенность в том, что ты можешь позволить себе завтрак в любом ресторане в любой части мира. Понимаешь? Прошу вас. Первый раз буду есть яичницу за сумасшедшие деньги. Приятного аппетита. Спасибо.
Как вы убедились, комбинат по-прежнему в прекрасном состоянии? Да, все отлично. А как там наш непоколебимый господин Крумс? Пока трудно. Михаил сомневается, надо ли покупать. Но вы же его убедите, что надо покупать. И покупать срочно. Убедите? Я стараюсь. Убеждаю. Я приложу все усилия для того, чтобы он подписал купчую. Старайтесь, Артем. О цене мы договоримся. О цене комбината. О цене вашей личной дальновидности. Моего предательства вы хотите сказать? Вы же устали быть в тени Крумса. И правильно. Ну, почему ему все, а вам только зарплата? Почему он вас не сделает полноценным партнером, что не ценит? А вот это несправедливо. И за это надо наказывать. Вы достойны большой компенсации. Очень большой. И я знаю, что я говорю, потому что я такая же, как и вы. Дальновидная. Поэтому давайте-ка мы с вами вместе поможем нашему милому Крумсу приобрести этот прекрасный комбинат. Ход ваших мыслей мне нравится. Давай поговорим. О чем? Это тебе нужно решать, о чем. Я же тебе нужна. Соответственно, я тебя уже интересую, а ты меня еще пока нет. Вот и заинтересуй меня. Как? Говори. Придумай, как бы ты могла заинтересовать своего собеседника. Ну, хорошо. Я вчера, когда ходила по городу, то видела, что в некоторых магазинах уже появились вещи из новых коллекций. А знаете, какой цвет будет самый популярный этой осенью? Синий. Ну, вы молчите. Вам не интересно? Мне совершенно неинтересно, где ты вчера была, что ты видела. Ты должна заинтересовать собеседника, понимаешь? Ну, мужчину я бы точно заинтересовала, просто вы не мужчина. Ну, это глупости, Надя. Я в первую очередь человек. Цель — это же не то, что у мужчины в брюках. Цель — это мужчина в целом, то есть человек. То, что у него в голове, в сердце, в душе. Вот и говорить нужно о том, что 100% заинтересует твоего собеседника. Если же ты не знаешь, что тебе сказать, тогда лучше молчи. Итак, тебе заказали мужчину. Он тебе пока еще не знаком. Ты должна засесть в его мозг, в его душу, в его сердце и там сидеть, Надя, до тех пор, пока он не сделает то, что нужно тебе, то есть твоему заказчику. Чтобы заставить мужчину сделать все, что ты захочешь, надо подобрать к нему правильный подход. У нас говорят, занять правильную высотку. Кто он такой? Чем он занимается? Чего он по-настоящему хочет? А может быть, у него есть какие-то тайные желания? Такое тоже бывает. И вот когда ты это поймешь, когда ты это почувствуешь, можешь считать, что высотку ты уже заняла. Потом подходящий момент, прицеливаешься. Бинго! Мужчина все сам для тебя сделает. Это так сложно. В нашей работе мы можем рассчитывать лишь только на себя. Для этого нужно что сделать? Собирать информацию и анализировать. Правильно, молодец. Надь, пойдем. Давно не приходил. Но ты же знаешь, дела,
разъезды. Прости меня, любимая. Мне тебя очень не хватает. Ты водить умеешь? Умею. Но прав нет. Надо получить права. Их можно и купить, но нельзя привыкать к легким результатам. Поверьте уж, я это знаю. Да, с 1 сентября у тебя начинается учеба, поэтому у нас еще меньше времени. Вы забыли? У меня нет денег на обучение. Я оплатила первый семестр. Заработаешь, Андаш. Хорошие девочки должны учиться в хороших вузах. Спасибо. А теперь давай поговорим о музыке. А что вы слушаете? Вот. Правильно, Надя, правильно. Ты всегда должна любить то, что любит твоя цель. Всегда. Всегда. Тетя Люба! Ты думала, я тебя забыла? Голодная, небось, да? Вера за всю свою жизнь ни одной котлеты так и не приготовила. Смотри, что я тебе принесла. А? Давай, 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 садись. Тетя Люба, я не голодная. Ну все? Промыла на себе уже мозги, да? Учебник по этикету. Образ жизни. Хочешь зарабатывать миллион, выгляди на миллион. Ходили мы эти лекции уже. Надь, ну все, ну поиграли, хватит. Идем домой. Нет. Надь, ну ты не понимаешь, во что ты ввязалась? Я понимаю, что я не хочу жить так, как жили мои родители. Когда каждый месяц считаются дни до следующей зарплаты, а самое интересное, самое лучшее можно увидеть только в телевизоре. Ты можешь стать счастливой, успешной без всего этого. Когда? Как? К 80 годам я хочу видеть красивое платье не в витрине магазина, я хочу видеть его на себе. Ты из-за платья решила поломать себе жизнь? Тетя Люба, ну при чем же здесь платье? Люба пришла. Любаша. Ты котлеты привезла. О, Господи, как же они пахнут. Ты правда на нас больше не сердишься, Люба? Не подавишься? Глаза твои бесстыжие. Надя, а ты чего котлеты не ешь? Тетя Люба готовила с любовью. Тетя Люба — наша семья. Будешь котлету? Не хочу. Я буду. Мы сидим здесь уже полчаса. Будет новый урок? Ты видишь мужчину в бабочке? Вижу, с бородой. Симпатичный. Хорошо одет. Тебе нужно с ним познакомиться и принести домой 1000 евро. Кто он? Или мне самой нужно узнать? Его зовут Андрей. Богатый бездельник. Очень любит красивых девочек и всегда носит с собой крупные суммы наличными. На чем он приехал? Желтая машина его. Ух ты. А наберите меня через 30 минут. А, молодой человек, можно вас попросить сфотографировать меня? Что, нравится машина? Ага. Ну. Супер. Еще разик. Да, такой в городе больше нет. Спасибо. Только у меня. Так это ваша машина? Полгода ее ждал. Кстати, я могу вас прокатить. А вообще-то я не сажусь с машины к незнакомцу.
Но я думаю, что за рулем такой машины может ездить только очень порядочный человек. Так... Я сделаю исключение. А вы расскажете мне о ее ходовых характеристиках? Я могу рассказать вам о ходовых характеристиках всех машин на этой планете. Как дома? Все хорошо. Ты ездил на объект? Какие впечатления от комбината? Ездил, впечатления отлично, уверен, надо брать. Если не возьмем мы, а не предложу другому покупателю. Ты все внимательно там рассмотрел? Все. Цеха, офисные помещения, склады, все в полном порядке. Интересно. Я думал, что ты нащупаешь какой-то подвох. Все в порядке? Никакого подвоха. Хорошо. Отлично прокатились. Вы так интересно рассказали о подвесках и клиренсе внедорожников. У меня прямо мурашки по коже. Вы знаете, я представила вас такого красивого, сильного на авторалли. Настоящий профессионал. И мне повезло, что я с вами познакомилась. Спасибо. А у тебя какая машина? А у меня был полноприводный кроссовер-дизель. А, ты ее разбила? Нет. Я когда машину продавала, то так плакала. Но если бы не острая необходимость в деньгах... Извините, мама. Да, мамуль. Мамочка, ты только не переживай. Мы обязательно найдем деньги на операцию. Но мы ведь уже почти собрали нужную сумму. Мам, прости, мне сейчас не очень удобно говорить. Люблю тебя. Ну что, может, еще покатаемся? Правда, очень хотелось бы. Вы мне еще не рассказали, как принимали участие в ралли Париж-Дакар. Но мне нужно идти домой. Подожди, что случилось? Андрей, вы очень великодушный человек, но... Зачем им чужие проблемы? Я серьезно. Расскажи мне о своих проблемах. €3000. Это все, что у него было с собой. Секс был? Нет. Даже намека не было. Но свидание я ему на завтра назначила. Ну, разумеется, никуда не пойдешь. Разумеется. Это тебе. Остальное мне в счет твоего долга за обучение. Ну что, Надежда, экзамен ты сдала? Но теперь я вижу, что в тебе не ошиблась. Ложись спать. Обрати внимание на блондин. Угу. Надя, ты уже на месте? Да, сижу, жду. Угу. Они зашли, официант провел их. Здравствуйте. Добрый день. Обрати внимание на блондина. Здравствуйте. Милый. Это и есть твоя цель. Господин Рыков, мы с Михаилом долго думали и пришли к мнению, что покупка комбината в сжатые сроки для нас интересна. Мы готовы приступить к обсуждению финальных условий покупки. Очень рад это слышать. Ну что ж, я думаю, это нужно отметить, господа. А потом мы пройдемся по основным пунктам нашего договора. А что с этим парнем не так? В смысле? Ну, почему им буду заниматься я, а не вы? У нас слишком много
вопросов задаешь? Собираю информацию. Хорошо, я тебе отвечу. Я собиралась заниматься им лично. Меня уже вывели на цель, то есть познакомились с ним. Мы прекрасно провели вечер, общались, обменялись номерами телефонов, но он мне не перезвонил. Промазали? Да. И вот такого раньше со мной не было. Похоже, вы выбрали не ту высотку. Может быть. Но с твоей помощью мы сделаем вторую попытку. Наденька, клиент этот очень важный, и второй раз промазать нам нельзя. Ну ладно, все, уходи оттуда. Ну и что ты скажешь о нем? Кроме того, что он симпатичный? Напряженный какой-то. Он несчастный, это точно. Да? Несчастный? Слишком мало у нас о нем информации. Я бы поговорила с теми, кто хорошо знал его в прошлом. Ну, разве сложно поехать в его родной город и найти его старых друзей? Какая-то Наденька у меня молодец. Сегодня полетим. У тебя паспорт есть? Загран? У меня нет загранпаспорта. Я дам тебе номер телефона, позвонишь, скажешь, что от меня, загранпаспорт будет через неделю. А я ждать не могу, поэтому вылечу сегодня ближайшим рейсом без тебя. Похоже, вы выбрали не ту высотку. Может быть. Но с твоей помощью мы сделаем вторую попытку. Наденька, клиент этот очень важный, и второй раз промазать нам нельзя. Ну ладно, все, уходи оттуда. Ну и что ты скажешь о нем? Кроме того, что он симпатичный? Напряженный какой-то. Он несчастный, это точно. Да? Несчастный? Слишком мало у нас о нем информации. Я бы поговорила с теми, кто хорошо знал его в прошлом. Ну, разве сложно поехать в его родной город и найти его старых друзей? Какая-то Наденька у меня молодец. Сегодня полетим. У тебя паспорт есть? Загран? У меня нет загранпаспорта. Я дам тебе номер телефона, позвонишь, скажешь, что от меня загранпаспорт будет через неделю. А я ждать не могу, поэтому вылечу сегодня ближайшим рейсом без тебя. Ну, наконец-то! Я тебя уже 2 часа жду. А откуда ты знаешь, что я сейчас здесь живу? А мне тетя Люба адрес дала. Слушай, а как ты оказалась в таком крутом месте, а? А вообще-то это не твое дело. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Может, прогуляемся? Никуда я не хочу идти. Тем более с тобой. Паш, ну прости. Я не хотела тебя обидеть. Просто у меня сейчас такой сложный период, и я очень устаю. Так, может, прогуляемся? Ну ладно. Только ты не привыкай. Обещаю. Ой. Паш, а ты бы любил меня любой? В смысле? Ну, если бы я была уборщицей или... Меня в тюрьму посадили. А что это за любовь такая, если вот так любишь, а вот так не любишь? Надь, кем бы ты ни была, ты для меня всегда лучше. Что это вообще за дурацкий разговор такой? Надь, я буду любить тебя всегда. Ваш заказ. Спасибо. Салфетки. Секундочку. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Странно все это. Что? Живешь в шикарном районе, ведешь себя не так, как всегда. В смысле? Надь, да ты никогда пиццу ножом и вилкой не ела. Ты во что-то вляпалась, да? Ну, может быть, я с кем-нибудь встречаюсь. И он научил меня правилам этикета. Да, ты ни с кем-то не встречаешь. Даже ни разу на свой телефон не посмотрела. А те, у кого начинают серьезные отношения, постоянно смотрят на свой телефон.
А может, у меня несерьезные? У тебя, да? Надь, ты хорошая и серьезная девушка. Здравствуйте, Алексей Кабинет. Здравствуйте, директора. Я директор. Отлично, я Вера Игнатьева, я журналист. В вашей школе когда-то учился Михаил Крумс. О, Миша. Вот сейчас он вошел в десятку лучших бизнесменов Латвии. Я пишу о нем статью. Вы могли бы мне о нем рассказать? Ну, о своем лучшем ученике я расскажу вам с удовольствием. Пойдемте. Пойдемте. Учился Миша хорошо, но иногда очень хорошо мог и похулиганить. Вот, а это их классный альбом фотографий. Я у них был классным руководителем, и он у меня сохранился. Ну, тут интересно, что это ребята яблоки собирают, это они на лошадях катаются. Была такая мода в те годы на конный спорт. Ой, а это кто? А это Инга и Миша. А кем Инга являлась, Миша? Инга его первая и единственная любовь. Ах, вот они с первого класса за одной партой сидели. С первого класса он за ней бегал. За все годы учебы к Инге никто не посмел пальцем прикоснуться, потому что знали, Мишка так отделает, мало не покажется. Но они в итоге поженились? Да. Инга играла в школьном театре. И однажды после выступления Миша торжественно предложил ей руку и сердце. А играли они, как я сейчас помню, «Чайку Чехова». А она играла Нину Заречную. А как Инга играла на фортепиано. А Мишка очень любил слушать в ее исполнении «Лунную сонату» Бетховена. И что дальше? А дальше лихие 90-е. Миша ввязался в какую-то темную историю, занявшись бизнесом. В него стреляли. А Инга случайно оказалась там. Бросилась на выстрелы. На нем ни одной царапины, а ее до больницы не довезли. Ужас какой. А он так и не женился. Однолюб. Она была девушка веселая, добрая, много читала. А еще она конфеты любила. Белочка назывались. А они сейчас тоже есть? Это все не те конфеты. И все не так, и все не то. А можно я сфотографирую школу и альбом для статьи? О чем вы говорите? Да. Конечно. А я вам еще чайку приготовлю. Отлично, спасибо большое. Я не откажусь. А так у нее была годовщина со дня смерти. Теперь я понимаю, почему ты был такой неулыбчивый. Можно? Можно. Такое спрашивать? Надя, ты в Бога веришь? Верю. А чего вы спрашиваете? О того, что твой отец сейчас на небе смотрит на тебя, в гробу переворачивается, потому что ты не понимаешь, что ты творишь. Да все я понимаю. Не дура. Золотая медаль — это еще не признак ума. Да тебя ж потом ни один нормальный мужик замуж не возьмет. Ты это понимаешь? А может быть, я не хочу, чтобы меня кто-то замуж брал. Мне нужно в аэропорт Веру Сергеевну встречать. Чтобы твоей Вере Сергеевне пусто было. В аэропорт ей надо. Вера Сергеевна, здравствуйте. Привет. Есть новость?
Мы считаем, что мы с тобой уже заняли правильную высотку. И таким образом, после подписания контракта вы сразу оплачиваете 10% от суммы, а остальные 90% перечисляете не позднее 15 числа следующего месяца. Ну и с 10 утра 16 комбинат ваш. Все правильно? Да, все именно так. Михаил, есть какие-то возражения? Господа, а давайте на сегодня закончим с договором и переместимся куда-нибудь в уютное местечко. Как вы насчет того, чтобы поужинать в приятной женской компании? Я согласен. Ништяка. Господин Рыков, а ваш новый проект из какой сферы бизнеса? Какой новый проект? Ну, под который вам так срочно понадобились инвестиции. Масс-медиа. Решил вот инвестировать в телевидение. В телевидение? Угу. Интернет-канал? Спутник? Вот-вот-вот. Что-то из этой области. Да, день был тяжелый. Я, пожалуй, в гостиницу. Артем, ты со мной. Миша. Рыков врет. Мне кажется, ты ошибаешься. Я чувствую. Я вот просто чувствую, что где-то нас ждет большой подводный камень. А я чувствую, что этот комбинат — лучшая сделка в нашей жизни. Но решаю здесь я. Поэтому я не хочу продолжать переговоры с Рыковым. И не хочу покупать этот комбинат. Ты выставляешь себя на посмешище. То мы согласны, то не согласны. Мне плевать, что обо мне будут думать. Я не хочу связываться с этим человеком и его комбинатом. То есть все? То есть все. А почему ты так нервничаешь? М? Просто потому, что мы потеряли кучу времени зря. Я ничего не потерял. Я сохранил свои деньги. В гостиницу. Вылетаем завтра же. Алло, здравствуйте, это я. Он не верит Рыкову и хочет отказаться от переговоров. Я уже все знаю. Откуда? Неважно. Ума не приложу, что теперь делать. Ваша задача – сделать все, чтобы Михаил Крупс не покинул наш город в течение суток. Спокойной ночи, Артем. Ты уверена, что все получится? Более чем. Хорошо. О, утро доброе. Ты почему до сих пор не умыта? Твой кофе на столе. О, 5 утра. Почему такой ранний подъем? Садись, я тебе сейчас все объясню. Значит так, Михаил Крумс живет воспоминаниями и застрял в прошлом. Так мы ему подарим его прошлое. Ничего не понимаю. Вот это вот твоя любимая книга. Чехов. Да, ты очень любишь Антона Павловича Чехова, особенно «Чайку». А ну, посмотри на меня. Боже мой, прелестно. В школе ты играла Нину Заречную и, кстати, до сих пор играешь в самодеятельном театре. Еще ты любишь Ремарка и Стендаля. Да, Ремарк я действительно люблю. А зачем все это нужно? А затем, что Ремарка из Стендаля очень любила Инга Лаци. Ингу любил Михаил. Он был на ней женат и до сих пор винит себя в ее смерти. Так что давай, давай, быстренько, у нас мало времени и очень много дел. Люди, львы, орлы, куропатки. Мне что, нужно это наизусть выучить? А ты как думаешь?
Здравствуйте, я Вера, это я вам звонила. Вы уж простите, что мы так рано. Да, 6 утра это, конечно, рановато для занятий музыкой. Но, насколько я понимаю, вам это очень нужно. Да, срочно. Ну, где же девочка, которую нужно учить? Вот она. Здравствуйте, я Надя. Здравствуйте, Надя. Ко мне на первый урок игры на фортепиано обычно приводят более юных особ. Да, я понимаю. Но другой девочки у меня нет. Надо срочно научить ее играть лунную сонату Бетховена до конца недели. Лунную сонату? С нуля? Да. Даже не знаю. Ну, разве что самое начало. Тактов 10. 50 тактов? И цена не имеет значения. За 4 дня? Это невозможно. Она очень талантлива. Приеду через 3 часа. Ну, бейте по рукам, в конце концов. Ну что ж, Надя, прошу к роялю. Доброе утро, Миш. Доброе. Я созвонился с помощником Рыкова. Они нас ждут сегодня в офисе после обеда. Смысл? Я думаю, что после обеда мы уже будем дома. Миша, так дела не делаются. Ты передумал покупать комбинат? Хорошо. Но сообщить об этом надо культурно. Поблагодарить за оказанный прием. Они хорошо к нам отнеслись. Радушно приняли. Поэтому надо проявить элементарную вежливость и сообщить о нашем решении лично. Я думаю, достаточно будет имейла или телефонного звонка. Я хорошо воспитан, и я так не могу. Я до сих пор считаю, что все твои подозрения беспочвенны. Поэтому зайду к коллегам и поговорю с ними лично. А ты можешь поступать как невоспитанный хам. Ты серьезно? Я невоспитанный хам? Да. Ты хотел лететь? Лети. Я согласен. Заедем к ним. Я лично сообщу, что не готов покупать комбинат в сжатый срок. Пусть предлагает его другому. Позвони им и скажи, что мы будем после обеда. И закажи нам частный рейс. Уже 10. Они что, опаздывают? Нет, эти ребята никогда не опаздывают. Пожалуйста, это вам. Па-бам! Привет, заходите. Привет. Здрасте. Здравствуйте. Значит так, начну с того, что никто и никогда не должен узнать о том, что здесь сегодня происходит. Вера Сергеевна, между прочим, тайна стилиста посильнее врачебной тайны. А тайна визажиста сильнее тайны исповеди. Да вы что? Почему же я всегда все сплетни узнаю от парикмахера? Вы хоть раз от меня хоть что-нибудь слышали? Вот, кстати, от тебя нет. Так, что нам нужно делать? Вот из этой девочки нам нужно сделать максимально похожую вот на эту. Угу. Поправим брови. Выделим скулы, откорректируем линию губ. На фотографии другой подбородок, но я думаю, что это не проблема. Прическа ужасная, это старо как мир. Ну, впрочем, на самом деле можно все исправить, немножко подправить контур, и, собственно говоря, будет очень даже похоже. Да, 100% схожести не гарантирую, но правда будет очень похоже. В общем, начинайте, к часу приеду. Ой, ну не понимаю, Евгения Львовна, как это сможет нам помочь? Вы сделали, что я сказала? Ну да, я еще утром отправил свою секретаршу в отпуск сегодняшнего дня. Только не понимаю, зачем? Сегодня у вас появится новая секретарша, временная. Ага, и Крум все бросит, передумает и опять купит мой комбинат. Ну не смешно, Евгений. Костя, возьми себя в руки. Ну хорошо. Хорошо. Сегодня у тебя. В офисе появится новая секретарша, звать Надежда. Расскажи ей, что и где, и не суетись. Да, но... Крумс-то собирается... Сегодня уехать? Он сегодня не уедет. Да убери ты! Понял. По-моему, неплохо. И прическа, между прочим, один к одному. Ну, вы молодцы, постарались.
Вот как раз и платье нашей прибыли. Ровно минута в минуту. Надь, примерь каждое. Но все это уже не модно. Ну а кто тебе сказал, что это должно быть модно? Это должно быть похоже. Это вообще в стиле фэшн. Ладно, ребят, спасибо вам большое. Это вам. Жду в машине. Молодой человек, можно с вами познакомиться? Надя? Ты увидел свое лицо. Что, некрасиво? Нет, красиво, но... Что но? Мне кажется, все-таки ты точно во что-то вляпалась, Надь. Надь, садись в машину, мы опаздываем. Так, все. Мне пора. Надь, постой, я хотел сказать, что я на работу устроился по вечерам официантом. Молодец, желаю тебе хороших чаевых. Артем, только не начинай новый раунд переговоров. Мы сюда приехали, чтобы поблагодарить за оказанный прием и сообщить, что не готовы покупать комбинат в сжатые сроки. Мы не возражаем, если объект будет предложен другому покупателю. И готовы поддерживать деловые отношения. Это все. Понял, хорошо. А вдруг они спросят, что повлияло на наше решение? Мы не будем ничего объяснять. Мы даже не должны ничего объяснять. Кстати, ты заказал самолет? Заказал, не переживай. Новенькая? Михаил, скажите прямо, дело в цене? Если да, давайте обсуждать. Хочу вас поблагодарить за то время, которое вы нам уделили. Но нас ждет самолет. Все понятно. Как говорится, осталось только взять и выпить на пасашок. Наденька, а принеси-ка тормозок из моих старых запасов. И побыстрее, пожалуйста, у нас гости в аэропорт торопятся. А вот и коньячок. О, а коньячок-то надо лимончиком закусывать. Лимончик забыла. Отличный коньяк. 25 лет выдержки. Грузинский, настоящий. Это ж сколько ж? Мне это было, когда его... Только в бочке закатывали. Прошу. А вот и лимончик. А еще я вам конфет принесла. Белочка. Мои любимые. Угощайтесь. Миша! А? Ты слышишь? Что? Ну, пьют за наше здоровье. И нам ехать уже пора. А куда? В аэропорт. Самолет ждет. Самолет, да. Прошу. Да, правильно. Без нас не улетит. За здоровье. Мне надо выйти. Ну и что это с ним? Чем я могу вам помочь?
Как вас зовут? Надя. Надежда Валерьевна. Миша, что случилось? Ты можешь объяснить, что с тобой вообще происходит, а? На тебе лица нет. Ты нормально себя чувствуешь? Может быть, скорую нужно вызвать? Что? Скорую вызвать. Артем, мне надо побыть одному. Поезжай в гостиницу, я пройдусь. Миша, ты как себя чувствуешь? Вот и славненько. Что у вас там? Да бред какой-то. А именно? Нет, ну, как только вошла эта девчонка, он... Что он? Да я не знаю, как объяснить. Ну, он как будто привидение увидал, что ли. Да сначала чуть в обморок не грохнулся, потом этот коньяк пил, а потом вообще убежал куда-то. Подожди, я не поняла, он улетел или остался? Пока остался. Только, Евгения Львовна, я хочу понимать, это нормально или нет? Костя, успокойся. Ну, хорошо. Я тебе перезвоню, на связи. Алло, это я. Мы не улетели, но я не понимаю, что с ним происходит. Все идет по плану. По какому плану? По моему. А мне что дальше делать? Продолжайте наблюдать за Крумсом и склонять его к покупке комбината. Все будет хорошо. Тверк. Интересно, как это она все провернула? Рассказывай. О чем вам рассказать? Не кокетничай. Все рассказывай. Что это за девушка? Почему он так расстроился, когда увидел ее? Это девушка, студентка-первокурсница. И что, у него аллергия на первокурсниц? Вот как она выглядит. Ничего особенного. Вот так она выглядит сейчас. И что? Это жена Михаила Крумса, погибшая много лет назад. Лихо придумала. Молодец. Я знаю. Что будет дальше? А что будет дальше? Он у нас уже на мушке и никуда не денется. Браво, Вера. Работай. Если все получится, отпущу тебя на волю на все четыре стороны. Когда все получится, в первую очередь вы отдадите мне папку с моим делом, а вот тогда
Я уйду с миром. Я всегда выполняю свои обещания. Но если не получится, страшно сказать, что я с тобой сделаю. Миш, у тебя дверь открыта. Ты вообще ночью спал? Лежишь одетый. Можешь объяснить, что происходит? Мы улетаем или нет? Пока мы остаемся. То есть мы продолжаем переговоры о покупке комбината? Комбинат здесь ни при чем. Вот так, да? Слушай, ну твое поведение начинает очень сильно раздражать. То ты хочешь покупать этот комбинат, то не хочешь. Ты вообще можешь? Слушай, больше никогда не ори на меня. Прости, но это на тебя совсем не похоже. Серьезный бизнесмен, вдруг убегаешь посередине встречи. Это нормально? Сейчас от Рыкова позвонят, спросят, как наши дела. Что мне им сказать? Разберемся. Понял. Разберемся. Здравствуйте. Вы Константину Борисовичу? А его сейчас нет, он уехал в город на встречу. Что? Мой шеф отсутствует. Простите, а на какое время вы записаны? У меня просто ничего не записано. Ну, наверное, я ошиблась. Я шефа наберу. А, нет, 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 все хорошо. Это моя вина. Я оказался рядом и решил зайти. По какому вы вопросу? Да. По какому вопросу? А мы с Константином Борисовичем ведем переговоры по его комбинату, и я решил сделать поправки в договоре. Меня зовут Михаил Крумс. Я знаю, очень приятно. А вы Надежда, да? Надя. Надя, да. А что вы на меня так смотрите, будто бы Надя – это самое редкое имя в мире? Это ваша книга? Да. Вы читаете «Чайку»? Да, только в обеденный перерыв. У нас тут очень строго с дисциплиной. Вот видите, я же говорил, ничего не решено окончательно. Очень рад вас видеть, господин Крумс. Вы все-таки покупаете наш комбинат? Михаил Александрович хочет внести поправки в договор. Это очень хорошо. Шеф скоро будет. Прошу вас, пройдемте в кабинет, продолжим наши переговоры. Я прекрасно помню, на чем мы остановились. Было бы хорошо, если бы ваша секретарша могла вести стенограмму. Ой, ну я плохо стенографирую. Медленно. А мы не торопимся. Все ваши условия, у меня вопросов по договору больше нет, а у вас? Михаил. Миша. А?
У нас есть вопросы по новому тексту договора? Договор, да. Но я хочу прочесть последний вариант. Когда? Завтра с утра. Это возможно? Ну, конечно, возможно. Сейчас внесем все правки, о которых мы сегодня договаривались. Отпечатаем чистовой вариант, а утром курьер доставит договор вам в гостиницу. Не-не-не, зачем же курьер? Это очень важный документ. Я думаю, мой секретарь с удовольствием доставит документ вам с утра. Вам на какое время удобнее? Потому что Надя может всегда. Правда? Ну, конечно. Мне только нужен адрес гостиницы. Боже, как такое вообще может быть? Не знаю почему, но он все-таки вернулся и продолжил переговоры. Моя интуиция мне подсказывает, что комбинат он купит. Да похоже на то. Ложком все-таки оказался. Даже жалко его дурака. Вам его жалко? Ну а что ты думаешь, у меня вообще сердца нет, что ли? Всякий раз, когда вот такого партнера кидаю, долги не возвращаю или закон подбираю, на душе потом дискомфортно. Вот без этого потом, Степ, и не обойтись. Давай выпьем за здоровье моей очередной жертвы. Пускай господин Крум, скупивший комбинат мой и понявший очень быстро, как жестоко мы его обманули, найдет себе силы жить дальше. Аминь. Не обманывай себя. Она умерла. Ее больше никогда не будет. Уезжай отсюда. Артем, заходи. Миша, ты чего это вдруг? Пьешь один? Артем, ты ничего не заметил? Заметил. Ты в последнее время ведешь себя странно. Я беспокоюсь. Нет. А больше ты ничего не заметил? Например, как выглядит Надя. Какая Надя? Ну, секретарша Рыкова. Ну, она тебе никого не напоминает. А кого она мне должна напоминать? Ну, кого? А, правильно. Мы же только потом познакомились. Не, ну, если бы я был сумасшедшим, это бы было логично. Но я нормальный. Понимаешь? Нормальный. Надо спать. А вот это правильно. Тебе надо отдохнуть, выспаться и на свежую голову с новыми силами закончить переговоры, подписать договор и купить комбинат. Все, я пошел. А ты отдыхай. Алло. Михаил Александрович, доброе утро. Это Надежда, секретарь Константина Борисовича Рыкова. Надежда. Я привезла вам проект исправленного договора, так как вы просили к 9. Надя? Да. Конечно, помню, да. Да, я очень хочу этот договор прочитать. Так вот, я его и привезла. Куда привезли? Как куда? К вам в гостиницу.
Гостиница «Премьер», верно? Да-да-да-да. Надежда Валерьевна, да? Правильно? Правильно. Но вы можете называть меня просто Надя. А вы меня Михаил. Я не могу обращаться к вам так фамильярно. Вы партнер моего начальника. Михаил Александрович, мне оставить документы на ресепшене? Ни в коем случае на ресепшене. Это секретный договор. Я бы сказал, что это крайне секретный. Понимаете? Нет. Вы должны передать его мне лично. Хорошо, я подожду вас в холле. Не надо в холле. На первом этаже есть ресторан. Позавтракаем там. Нет, это лишнее. Я не голодна. Я просто отдам вам документы и... Нет, вам не надо будет кушать. Это будет деловая встреча. Я деловой мужчина, вы деловая женщина, и у меня есть много деловых вопросов. Просто деловая встреча, да. Ну хорошо, я вас жду. Дурак. Зачем я так напился? Здравствуйте. Вы уже что-то заказали? А, спасибо. Я прочту после завтрака. Выберите что-нибудь, я настаиваю. Официант! Мне, пожалуйста, на завтрак чай с лимоном. Кофе черный. Все хорошо? Да. Вы хорошо выглядите. Спасибо. Вы расскажите что-нибудь про себя. Я обычная девушка, работаю, учусь. Люблю театр, музыку, книги. Книги, да. То, что вы читаете «Чайку», это я заметил. На работе, в обеденный перерыв. Да, я люблю Чехова. Да. А еще люблю Ремарка и Стендаля. У вас точно все хорошо? Да. Давайте завтракать. Скажите, а если шеф спросит меня по поводу договора, что мне ему сказать? Ну, скажите, что дали его мне, чтобы перечитать. Я вам верну его сегодня вечером. Приятного аппетита. Да. Спасибо. Назначил свидание. Сегодня вечером он снова хочет меня видеть. Якобы для того, чтобы отдать проверенный договор. Было бы очень хорошо, если бы он вернул его уже подписанным. Сомневаюсь, что он вообще думает о договоре и о комбинате. Если честно, он так на меня запал, что мне немного страшно. То есть? Вы бы видели, как он на меня смотрит. Боюсь оставаться с ним наедине. Но ты успокойся, не волнуйся, вспомни то, о чем я тебе говорила. Он зайдет настолько далеко, насколько ты ему это разрешишь. Надеюсь, так и будет. Все, пока. Привет. Прекрасно выглядишь. А пахнешь как? Ну, одеколон. Доброе утро. Секретарша договор привезла? Отлично. Предлагаю оперативно просчитать, еще раз убедиться, что все правильно, и подписать. Артем, а ты веришь в переселение душ? В смысле? В смысле, человек уже умер, а потом ты встречаешь его снова, воплощенном в другом теле. Я в призраков не верю. А в роковое судьбоносное совпадение? В знак Божий? Нет, в такое тоже не верю. В Бога, конечно, верю, но его знаки не учу. Да, я тоже раньше не верил. Но, похоже, зря. Миша, а ты
Нормально себя чувствуешь? Абсолютно. Так что с договором? Потом. Мне не до этого. Миш, ну так дела не делаются. Беременность развивается совершенно нормально, что не часто бывает среди поздно родящих женщин. Я назначил вам новые витамины и кальций в большом количестве. Надеюсь, вы дальше будете беречь себя и своего ребенка. Да, я буду. До свидания. До свидания. Добрый вечер. Извините, я опять опоздал. Совсем немного. Добрый вечер. А вы передадите мне договор? Идемте. Куда? Не волнуйтесь. Ваш шеф вас не будет ругать. Идемте. Вам нравятся лошади? Не то слово. Откуда вы узнали, что я обожаю лошадей? Я и не знал. Просто предположил, и мне повезло. Оказался прав. Зачем вы тратите на меня свое время? Привезли абсолютно постороннего человека в конный клуб. Что у вас на уме? Нет. У меня нет ничего на уме плохого. Давайте просто покатаемся и не будем задавать друг другу никаких вопросов. Как же она похожа на мою Ингу. А вы что, не любите клубнику? Вы совсем ничего не едите. И за завтраком тоже ничего не ели. Я заметила. Спасибо за заботу, но как-то нет аппетита. Можно я вас немножко порасспрашиваю? Ну, разве я могу вам отказать после того, какой необычный праздник вы мне придумали? Вы недавно говорили, что работаете без выходных. У меня нет возможности отдыхать. Нужно зарабатывать. Я сирота, и единственный родной мне человек, моя тетя, она сейчас очень болеет. Как ее зовут? Тетя Люба. Сейчас я вам ее покажу. Вот. Симпатичная женщина. Это вы рядом, да? Да. Ну, это еще в школе. Извините за бестактный вопрос. А что с вашей тетей? Если честно, я бы не хотела об этом говорить. Вы очень серьезная девушка. Да. И самостоятельная. Я даже хотела уехать в Америку на заработки. У меня там друзья, и они знают о том, что и тетя у меня болеет. Обещали помочь с работой. А почему же не поехали? Ну, потому что у меня был выбор. Уехать туда и зарабатывать больше, либо остаться здесь, но быть рядом с тетей. Скажите, а если у вас было больше возможностей для выбора? Ну, чем бы вы хотели заниматься? Вы будете смеяться. Не буду.
Обещаю. Я хотела бы стать актрисой. Можете смеяться. Не буду. Я не вижу в этом ничего смешного. Пойдемте, покатаемся еще. Что-то ты поздно. Ну что, подписали договор? Не знаю, мне его не отдал. Ну, рассказывай. Провели вечер в конном клубе. Как он себя ведет? Не перестает. Очень вежливый. Но в глазах постоянно странный блеск. Ну, так и должно быть. Уже сейчас ищет сходство со своей женой. Ты представляешь, что у него в голове происходит с каждым совпадением? Можно я кое-что спрошу? Давай. Если он подпишет договор и купит комбинат, он сильно пострадает? А тебе что? Я просто подумала, он очень хороший человек. Я, наверное, никогда таких людей не встречала. Надя, запомни, тебе все равно, хороший он или он плохой. Ты всего лишь делаешь свою работу, поняла? Да, но... Без «но». Он цель, он работа, Надя. Хорошо, я поняла. Когда вы завтра встречаетесь? Я сказала, что днем и вечером буду занята. Держу дистанцию, как вы учили. Хорошо. Видимо, завтра будет встречать тебя возле офиса с цветами. А, нужно позвонить Паше. Он завтра нам понадобится. Зачем? Надь, зачем тебе это? Паш, ну ты можешь просто сделать то, о чем я тебя прошу? Это вообще законно? Ну ты дурак. Ты точно во что-то вляпалась. Паш, ты мне поможешь или я зря к тебе обратилась? Ладно, ну только ради тебя, Надь. Ну хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Не ожидали меня увидеть? Совсем не ожидала. Но я же вам сказала, что я сегодня занята. Это вам. Спасибо. Очень жаль. Я думал, мы прогуляемся. Ладно, если хотите, можете пойти со мной. Только обещайте, что не будете мешать. И еще, я очень опаздываю. Я буду даже помогать. Пойдемте. Сейчас сами все увидите. Здрасте. Здрасте. Знакомьтесь, это Павел, начинающий актер и режиссер. Режиссер? А это Михаил. Михаил, очень приятно. А вот здесь мы репетируем пьесу «Чайка». «Чайка». Да, которую в сентябре будем показывать. Значит, мечта стать актрисой осталась? Осталась. Но... Почему именно «Чайка»? Ну, вы обещали не мешать. Открывай, 15-я страница. Значит так, Сорин говорит, через 200 тысяч лет ничего не будет. Треплев, так вот пусть изобразят нам это ничего. Аркадина, пусть мы спим. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки,
может быть. Этого не может быть. Молчаливая рыба, обитавшая в один из молчаливая рыба. Чехова плохо стало. Я вам говорю, это... Так и знал, не надо было мне соглашаться. Со мной все отлично, но... Доктор. 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 Извините, дорогой, это не вам решать. Но упал, легко ударился головой. Ну, с кем не бывает, да? Доктор, с ним что-то серьезное? Скажите, вы когда последний раз ели? Не знаю, у меня нет аппетита, но... А спали когда последний раз? Вчера или позавчера? Да. Доктор, что с ним? Со мной все хорошо, но... Это истощение, моральное и физическое. Вам необходимо в больницу, да, срочно, да. Под капельницу. Да, да, какую еще капельницу? Куда вы собрались? Дорогой мой, здесь я решаю. Под капельницу. Не хотите в больницу, давайте прокапаемся дома. Михаил Александрович, не спорьте. Хорошо. Нет, лежите. Доктор сказал, что у вас сегодня постельный режим. А мой шеф передал вам апельсины. Я ненавижу апельсины. Простите, я не знала. Было бы странно, если бы вы знали. Это я про вас все время интересуюсь, расспрашиваю. Наверное, надоел уже. Нет, нет, совсем наоборот. Почему вы такая грустная? Из-за меня? Из-за вас тоже, но доктор сказал, что как только вы отдохнете, то сразу поправитесь. Рассказывайте. Михаил Александрович, я все-таки вынуждена буду уехать. Куда? На заработки в Америку. А как же тетя Люба? Тете Любе нужно дорогостоящее лечение, а нынешнюю работу я скоро потеряю. Почему вы потеряете работу? Вы же прекрасно работаете. Потому что меня уволят вместе с остальными сотрудниками. Почему всех должны уволить? Я не понимаю. Хотите, я отвечу вам правду? Да. Если комбинат не будет продан в ближайшее время, его у Рыкова отберет банк за долги. Мой шеф, он влез в рискованные проекты, набрал кредитов и разорился. Ну, я случайно узнала. Комбинат — это единственное прибыльное предприятие. И он надеялся побыстрее его продать, рассчитаться с долгами и избежать банкротства. Но продать быстро не удается. Вы сами понимаете, что будет с комбинатом, когда его отберет банк. Он просто уйдет с молотка, как строение и земельный участок. И поэтому людей увольняют, и меня в том числе. Я подала документы на оформление рабочей визы и одолжила денег на билет в Америку в один конец. Так вот, почему Рыков так торопился с продажей этого комбината? Ему было стыдно, что он на грани банкротства, а это его единственный актив. Михаил Александрович, скажите, а вы верите в знаки, которые посылает вам судьба?
Почему вы это спрашиваете? Ну, потому что она ясно говорит мне, что нужно уезжать. А если комбинат продолжит работу? Вы останетесь? Ну, как же он продолжит работу, если все знают, что он не продается? Вот вы, например, его не покупаете, а я не слышала, чтобы шеф вел переговоры еще с кем-нибудь. И он в любом случае не успеет так быстро его продать. А если я его куплю? Нет. Не делайте этого ни в коем случае, если вы не уверены. Надя? Наверное, это доктор, я открою. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как самочувствие? Спасибо, хорошо. Михаил Александрович, вы поправляетесь? Надя, я тоже верю в знаки. До свидания. Артём. Да. Я тебя хочу спросить как своего друга. Как человека, которому я доверяю. Ты все проверил? Ты уверен, что это выгодная сделка? Миша, ты меня спрашиваешь как друга? Я тебе как друга отвечаю. Это отличная сделка. Ты в этом уверен? 100%. Хорошо. Передай Рыкову, чтобы назначил сделку на четверг. Хорошо. Спасибо. Мне хватит. Наденька, давай за тебя. Благодарю. Вот теперь я вижу, что у меня может быть достойная преемница. Вера Сергеевна, моя заслуга невелика. Я всего лишь делала то, что вы мне говорили. Надя, не преуменьшай свои заслуги. Уже сегодня объявили о том, что Крумс покупает комбинат. А завтра в торжественной обстановке будет подписан договор. Все. У меня никогда не было так много денег. Привыкай, потому что может быть еще больше. Я хочу купить подарок тете Любе. Ну, конечно. Это же твои деньги. Покупай. Но я бы на твоем месте открыла бы счет в банке и откладывала заработанные деньги туда. Ведь молодость нам дана для того, чтобы обеспечить себе старость. Здравствуй, Верочка. Евгения Львовна, здравствуйте. Знакомьтесь, это Надя, девушка, о которой я вам рассказывала. Здравствуйте. Очень приятно. Я видела вашу фотографию, но в реальности вы еще красивее. К тому же вы очень талантливы. А вы преувеличиваете. Нисколько. Вы знаете, что вы сделали очень важную работу? Да, уже поняла. Надя. Мы помогаем Евгении Львовне, а она помогает нам. Принесите мне бокальчик. Девочки, выбирайте, что хотите. Я вас угощаю. Не часто я вас видела в таком настроении. Сегодня особенный день. К тому же ты меня не подвела.
я вас никогда не подводила, Евгения Львовна. Господин Крум, скажите, пожалуйста, что ожидает комбинат после того, когда он станет вашей собственностью? Но я уверен, что нам удастся сохранить и приумножить эффективность этого предприятия. Все сотрудники комбината сохранят свои рабочие места и получат возможность повышать свою квалификацию в европейских учебных центрах. А господин Крум, еще... Не скрою, переговоры были непростыми, но в результате нам удалось договориться, и мы пришли... Надя! А я везде вас ищу. Михаил, как вы себя чувствуете? Хорошо. Я хочу с вами очень серьезно поговорить. Я хочу вам все объяснить. Разве вам нужно что-то мне объяснять? Мне нужно очень многое вам объяснить, Надя. О чем вы? Сейчас вы все поймете. Почему я нервничаю, когда я рядом с вами? Почему я очень хочу вас видеть. Почему я теряю сознание, когда вы читаете Чехова? Послушайте, вы уверены, что это лучшее время и место для такого разговора? Да, это самое худшее место и время для такого разговора. Я подпишу договор, и тогда мы с вами встретимся в ресторане. Договорились. Хорошо. А теперь пожелайте мне удачи. Я делаю очень важную сделку. Удачи. Спасибо. Михаил Александрович. Да? Можно я кое-что у вас спрошу, а вы мне ответите только честно? Конечно. Вы точно не покупаете его ради меня? Ну, это выгодная сделка для вас. Это очень выгодная сделка для меня. Держи. Но это же еще не все. Что-то еще должно быть. Да. Большая папка, мое дело. Дело, которое вы обещали мне вернуть, если все пройдет хорошо. Вера, я не могу к тебе его вернуть. Почему? Почему вы не делаете то, что обещали? Мы с вами договаривались, что это будет мое последнее дело. Пойми, если я всем вам буду отдавать ваши дела, я далеко не уеду. К тому же, да я еще возьму такую, как ты. Я вам Надю привела. Да, она никто. Я еще учиться, учиться, учиться. Я не могу больше работать. Я устала, у меня будет ребенок, все. Ну, кто тебе говорит, что прям завтра ты получишь новое дело? Ты родишь. Отдохнешь и снова в строй назад. А я не хочу больше в строй. Я сыта по горло этим дерьмом. Я устала. Все, не могу больше. Прекрати свое нытье. Бери деньги и иди. Какая же ты тварь. Иди, Вера. А лучше всего езжай. Куда-нибудь отдохни, развесь. Давай. Я тебя ненавижу. Твоя девочка, она хороша, но все равно ей не сравнится с тобой. Да, я понимаю. Ой-ой-ой, не надо, не надо. Ну, что ж ты куксишься? Тебе это не идет. Поехали. Алло, Надя. Послушай меня внимательно. План в корне изменился. Делай все, что хочешь, но он не должен подписать договор. Ты меня услышала? Да, ты меня правильно поняла. Как хочешь, так и делай. Результат.
результате мы приняли решение приобрести комбинат. Предприятие находится в отличном состоянии, дает городу больше 2000 рабочих мест. Происходит событие такой важности, что у некоторых даже руки дрожат от волнения. Простите, я не хотела. Ужас, я растяпа. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Не нервничайте. Действительно, Наденька, нужно успокоиться и сбегать, и распечатайте нам новые экземпляры договора. Что вы на меня уставились? А в принтере чернила закончились. Ты что несешь? Чернила закончились? В этом офисе в каждом кабинете несколько принтеров. Пошла, нашла и распечатала. Пожалуйста, не нервничайте. Все будет хорошо. Господа, короткий перерыв. Пожалуйста, распечатай нам еще раз документы. Хорошо? Хорошо. Миша, пойдем выйдем. Отправим машину в гостиницу, привезут вещи. Приоденешься. Хорошо. Мы приносим извинения за эту маленькую заминку. И если кто-то проголодался в соседнем помещении, вас ждет фуршет. И, кстати, Наденька у нас пролила еще не весь кофе. Поздравляю, господа, хоть и со второй попытки, но мы подписали этот договор. Можно, можно, можно! Я же тебе четко сказала, что делать, что произошло. Я старалась, правда. Старалась. Боже, какое жалкое оправдание. Я же не могла их там убить, чтобы они подписали договор. Я разлила кофе, испортила бумаги, я тянула время. Ну что я могла еще сделать? Ты всего лишь навсего разлила кофе, а можно было придумать все, что угодно. Я не знаю, вызвать полицию, сказать, что в здании бомба, устроить пожар, сказать, что ты беременна, избить его, убить его. Ты всего лишь разлила кофе. Почему сначала мы делаем все, чтобы он подписал этот договор, а потом я должна его сорвать? Какой в этом смысл? Смысл тебя не должен интересовать. Я говорю, ты делаешь все. Я правда старалась. Все, ладно, проехали. Нам нужно раззабыть экземпляр договора. Он у меня с собой на флешке. Да поехали. Что ты делаешь? Мне нужно позвонить Михаилу, мы договаривались о встрече. Все, ты уж дело свое сделала, не нужно тебе никому звонить. Телефон побудет у меня. Уезжаем, Михаил Александрович? Нет, пока. Из здания не выходила девушка Надя, секретарь Рыкова. Помните ее? Конечно. Я понимаю, о ком вы. Нет, отсюда она не выходила. Волнение участников процесса передалось всем присутствующим. А в этом зале не обошлось без казуса. Секретарь господина Рыкова от волнения разбила кофе на письменный стол, чем испортила документы. Пришлось взять паузу в процессе подписания и отпечатать все заново. Сумма сделки пока не оглашается, но по предварительным подсчетам Михаил Крумс должен будет платить за комбинат более чем 150 миллионов долларов. Надька, господи, Надька.
Я так больше не могу. Как так? Я хочу понимать, что происходит. Почему мне нужно было сорвать подписание? Почему мы сбежали? Зачем вам нужен мой телефон? А? Сядь и успокойся. Успокоилась? Надя, ты имеешь право задавать вопросы. Но сейчас я могу тебе сказать лишь только одно, что кое-что пошло не так. Скажите, Михаил в беде? Дело не в нем. Я в беде. Из-за меня? Нет, ты не виновата, я тоже. Мы просто делали свою работу, но со мной не рассчитались в полной мере, и теперь у меня большие проблемы. Скажите, мы можем что-то исправить? Я сейчас над этим работаю. Хорошо, отдайте мне мой телефон. Нет. Не отдам. Ты не должна разговаривать с Крумсом. Кстати, он знает, где ты живешь? Когда он подвозил меня после конного клуба, я попросила его высадить меня в квартале отсюда. Молодец. А теперь займись чем-нибудь, у меня много дел. Договор вступает в силу после перечисления всей суммы платежа не позже 15 числа следующего месяца. Ага, интересно. Есть еще целая неделя. Здравствуйте. А где Надя? Надя? Какая Надя? Пожалуйста. О. Михаил! Какая приятная неожиданность. А я хотел как раз с вами связаться. Я хочу поговорить с Надей, с вашим секретарем. Хотите ей выставить счет за рубашку? Вроде того. Я звоню ей, но ее телефон постоянно выключен. Бестолковая девка все-таки оказалась. Она, кстати, недавно уволилась. Как это? Ну, не выдержала позор, по всем каналам показали, как она... Ну, вас кофе обливает. Вот и ушла. А вы можете позвонить в отдел кадров, узнать, где она живет? Легко. Нин, слушай, узнай мне адрес Нади, моей бывшей секретарши. Ну да, та, что с кофе, да. Вот даже как. Ну да, понял. Ну? Тут вот какое дело. Она к нам устроилась без отдела кадров, то есть минуя его. Один знакомый попросил, девочку взяли с испытательным сроком, ну вот не справилась и ушла. Я вот... Копия паспорта должна быть в отделе кадров, правильно? Копия должна быть правильно, но копии нету, копии уже ищут. Найдут я... Михаил, я... Позвоните, пожалуйста, этому приятелю. Узнайте, где она. Михаил, вот вы у нас кто? Я отвечу, вы у нас рыбак. А мой приятель охотник. Он сейчас уехал в Африку на сафари. Там связи нет никакой. Михаил, я вот что хотел вам сказать. Сосредоточьтесь на своем новом приобретении. Мы ждем от вас первый платеж. А это... 10%. Не волнуйтесь, я помню. Всего хорошего! Боже, какие люди. Прости, что заставил тебя ждать, прости. Да ну что ты, ты меня прости, а ты знаешь, что ты занятой человек? Конечно, занятой, но для тебя всегда время есть. Слушай, так как ты у нас самый лучший рейдер в стране... Ну прям лучший. Лучше себя в отжиме предприятия никто не разбирается. Мне нужна твоя помощь. Говори. Что ты знаешь о Рыкове? Все. Ну, конкретно. У него отжимать-то нечего, он предприятие свое продал. Да, но деньги за него он еще не получил. Это дело времени? Договор подписан. А вновь выявленным обстоятельствам договор можно расторгнуть, не заплатив деньги.
Что ты хочешь? Информация нужна. Почему Рыков так торопился продать комбинат? То есть сначала он не спешил, он долго торговался, а потом заторопился. Хорошо. Я проверю эту информацию через спецслужбы. Договорились. Я могу рассчитывать на взаимную услугу? Ну, конечно. Сколько? Веронь, ну и сколько? Я беременна. Да ладно? Честно. Удивила. Поэтому называй сумму. Хорошо. Хорошо. Ну, по старой дружбе. Договорились. Я тебе позвоню. Буду ждать. Давай. Рад за тебя. Ты пропала. А? Ну что, хватит тут сидеть. Сегодня ночью есть самолет. Иди спать. Завтра ты мне нужен на целый день. То есть мы никуда не летим? Вера, говорить можешь? Да, Стас, да. Ну, я выяснил для тебя. Че он так круто снизил цену и резко решил избавиться от предприятия? Подожди, красавица моя, ты уверена, что должна это знать? Мне важно это знать. Подожди, комбинат в списке на реприватизацию. То есть, что ж получается, что Крумсу втюхали предприятие, которое потом у него заберут и отдадут государству? Да, отберут еще. Как отберут? Ну, все, конечно, будет непросто. Будут суды и пересуды. Компенсирует им какую-то часть, как добросовестного покупателя. Но предприятие потерять однозначно. Угу. Рыков получит свои миллионы, а европеец лох останется носом. Ясно. Спасибо тебе большое, Стас. Ты мне очень помог, правда? Я ж не бесплатно. Спасибо. Мы просто делали свою работу, все. Я поняла, что я ошиблась. Мне противно так жить. Я больше не хочу никого обманывать, тем более такого человека, как Михаил. Ты сделала большую ошибку, когда нарушила главное правило снайперши – никогда не влюбляться в цель. Нет, я ошиблась с выбором профессии. Я не хочу больше быть снайпершей. Стоять. Не смей ему ничего говорить. Ты ничего не должна ему рассказывать. Ты все испортишь, дурочка! Надя, у меня есть план, я все исправлю. Ничего не делай! Извините, вы не видели эту девушку? Нагибы моей здесь не было. Но мне нужно поговорить серьезно с Надей. Я звонила вчера целый день, у нее выключен телефон. Где она? Любаш, я не знаю, где. Не ври мне! Где моя племянница? Ты понимаешь, что с этим нужно завязывать? Поиграли и хватит! Люб, давай мы спокойно поговорим без крика, пожалуйста. Хорошо, говори. Надя сказала мне, что она больше не хочет этим заниматься и ушла. Хорошая девочка. Да, только эта хорошая девочка сейчас таких дров наломает. Она же, видимо, всем пошла сейчас правду рассказывать. Люба, а чем это всегда заканчивается? Да, вот это она зря. А куда она могла побежать? Будет очень плохо, если она пошла каяться Крумсу. Подожди. Извините, пожалуйста, вы не видели эту девушку? Извините, извините, вы ее не видели? Вера Сергеевна, я подумал, вам следует знать. Они Надю ищут. Ну, хорошо. Спасибо, пока.
что есть хорошая новость, она сейчас не с Крумсом. Но плохая то, что он ее ищет. Так. Значит, она могла побежать домой, к своей тетушке. Стоит меня сейчас, дожидается под дверью. А ключей-то у нее нет. Что, мой хороший? Тебе страшно, да? Вот, если честно, мне тоже. Ну, мамочка тебя защитит. Пришло время обратиться за помощью, за которой можно обращаться лишь только раз в жизни. Извините, вы не видели эту девушку? Нет, не видел. Извините, пожалуйста. Извините, вы не видели... Я очень спешу, извините, мне нет. Пожалуйста, посмотрите, вы не видели эту девушку? Люба! Тетя Люба, правильно? Да, я Люба. Да-да, я вас видел на фотографии. Надя мне показывала. Надя носит с собой мою фотографию? Да, она вас часто вспоминает. И говорит, что вы единственный человек на всем белом свете, которого она очень любит. Моя девочка. Как здорово, что я вас встретил. Пожалуйста, вы можете показать, где живет Надя? А вам она зачем? Но... Что вы с ней хотите сделать? Я хочу с ней поговорить. Не морочьте мне голову. Вы хотите ей отомстить? Я вас, олигархов, вижу насквозь. Дайте мне фотографию. Вот, 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 вы не найдете ее, понятно? Не найдете. Да не виновата она ни в чем, ну поймите вы, она молодая, она глупая, понимаете? Да, да, понимаю, понимаю. Надя мне говорила, что вы очень больны, только не говорила, чем именно, а теперь я понимаю. Надя говорила, что я очень больна, да? Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да я не волнуюсь, нормально. А... Что она еще говорила? Ну, что уедет в Америку зарабатывать деньги, чтобы вам помочь. Господи. Может, водичку? Да, водичку можно. Да, вот это дела. Слушай, я ведь сразу понял, что во что-то вляпалась. Ну, что в такое? Скажи, что мне теперь делать? Ты должна все ему рассказать. Думаешь, нужно с ним поговорить? Уверен. Как я ему в глаза смотреть буду? Ты в сторону смотри. Ладно, я шучу. Поговоришь с ним, все будет пучком. Паша, у меня есть к тебе еще одна просьба. Ты что, еще во что-то вляпалась? Можно я немного у тебя поживу? Подожди, ты ничего не путаешь? У меня маленькая комната в старой общаге. Ты туда даже заходить не хотела. Ну, мне просто негде сейчас ночевать. Я не пойду к тете Любе, потому что она сразу начнет. Я же тебе говорила. Ну, ладно, может, что-нибудь и придумаю. Пожалуйста, не пытайтесь мне врать. Или я вызову санитаров. Вы должны мне все объяснить. Да. Лучше ужасный конец, чем этот ужас без конца. Вы знакомы с этой женщиной? Да. Это племянница Рыкова? Нет. Это снайперша. Она убивает людей? Снайперша – это высшая каста путан, которые зарабатывают себе на жизнь своим телом и хитростью. Ее выводят на цель, то есть на мужчину. И она должна сделать так, чтобы он ей полностью подчинился. Хм. Значит, я был целью? Да. Угу. А смысл? Ну, значит, им что-то от вас очень надо было, и они этого добились. Я с ней виделся один раз. Вот. Вы не клюнули на Веру, и Вера нашла ту, на которую вы клюнули. Она собрала у вас информацию и сделала так, чтобы вы сразу же пленились юной девушкой. Надя. Она должна была втереться в ваше доверие, влюбить вас в себя и заставить вас... Что? Купить этот комбинат, наверное. Это было мое решение. Это выгодная сделка. Может быть, именно Надя и помогла вам принять это решение? Подтолкнула, так сказать, ускорила? Ну, подумайте. Играть моими чувствами? Моими сокровенными воспоминаниями? Как это подло, да? Хорошо, вы воспитывали свою племянницу. Нет, я каюсь. Я просто очень не хочу, чтобы Надя продолжала заниматься этим делом. Надя достойна лучшей судьбы. Достойна лучшей судьбы. Алло, Володь.
Алло, здравствуй, это Вера. Вера? Ты так неожиданно исчезла. Я ждал звонка. Володь, ты прости, что я так исчезла, но у меня были на это причины. Могла хотя бы предупредить. Я думал о тебе. Да. Ты даже не представляешь, насколько все сложно. Сложно? Для меня такого слова нет. Ты хоть знаешь, кто я? Я прекрасно знаю, кто ты, поэтому нам с тобой нужно встретиться и поговорить. И думаю, после того, что ты услышишь, ты сам меня пробудишь. Ну а в чем проблема-то? Скажи мне сейчас. Много нужно всего сказать. Давай встретимся. Тебе позвонят. Паш, я полночи не спала, думала. Ты прав. Мне нужно встретиться с Михаилом и все ему рассказать. Правильно. Ведь это с самого начала говорил. Только телефон у Веры остался. Номер помнишь? Помню. Вон телефон на столе возьми. Со мной разговаривала с каким-то посторонним человеком. Надь, я не знаю, что ты там себе придумала. Ты для него действительно чужой и посторонний человек. Да, ты несколько дней была похожа на его покойную жену, но ты не она, понимаешь? Михаил Александрович, здравствуйте. Что-то не так? У тебя еще хватает наглости появиться здесь и спрашивать. Я смотрел на тебя, а видел ее. Я думал, что это знак Божий, реинкарнация. Но оказалось, это всего лишь афера, розыгрыш. Что за настроение такое? Можешь радоваться, ну? Браво, у тебя же все получилось. Обманула меня, как мальчишку. Кто вам сказал? Кто? Знаете, мне посчастливилось встретиться с вашей тяжело больной тетей. Тетя Люба вас любит и желает вам лучшей жизни. Как ты вообще начинаешь свою жизнь? Как? Простите, я многого не знала. А может быть, поедем покатаемся на лошадях еще раз? Или нет, лучше у меня есть идея. Пойдем в театр, посмотрим «Чайку», а? А что ты еще умеешь из того, что умела она? Что? Я научилась играть лунную сонату. Поздравляю, ты чудовище, браво. Не надо, прошу вас, мне так плохо. Тебе плохо? Мне нужно вам кое-что рассказать, Михаил Александрович. Я не хочу слышать больше эту ложь. Простите. Проходите, не робейте. Да я не робею. Я просто тороплюсь. Надя поручила мне вещи забрать. Садитесь. Зачем? Сядь, говорю. Ты же соучастник забыл? Соучастник чего? Чехова вслух при жертве читал? Вот.
преступницу укрываешь у себя. Еще знал и молчал. Так, стоп. Я ничего не знал. А незнание не освобождает от ответственности. Что? И что теперь делать? А чего ты хочешь? Только чтобы Наде ничего не было. Если что, я... Я готов за нее отсидеть. Любишь ее? Очень. Тогда помоги мне ее спасти. Поздравляю, ты чудовище! Надь, поехали. Добрый вечер. Добрый вечер. Возьмите, там прохладно. Я не искал тебя. Я надеялся, что ты сама вернешься. Володь, я буду говорить без длительных вступлений, так как мне нужно многое тебе рассказать. Люблю такой подход, говори. Но ты, наверное, думаешь, что наша с тобой встреча – это просто так, случайность? Мы познакомились случайно. В театре. То, что мы с тобой оказались на соседних креслах, это вовсе не случайность. Те люди, которые покупали билет тебе, купили билеты для меня. Зачем? Для того, чтобы ты мной увлекся. И через некоторое время был готов ради меня на многое. Я же потом тебе сказала, что хочу к морю, ты посадил меня в самолет, и мы полетели с тобой на острова, но это был план. Какой план, Черри? В этот момент в городе решался какой-то очень важный вопрос, и твое присутствие в столице, на рабочем месте, кому-то очень мешало. Поэтому тебя решили убрать на несколько дней. С моей помощью. В этот момент кто-то решил вопрос так, как было нужно ему. Да, действительно. Когда я вернулся, то узнал, что с одним из близких мне людей случилось несчастье. Если бы я была здесь, я мог бы ему помочь. Так кто давал тебе инструкции? Володь, я назову тебе имена людей, которые заказали мне обеспечить твое отсутствие. Потом ты можешь расправиться со своими врагами, но взамен ты должен пообещать мне помочь расправиться с моими. Ты назовешь мне имена? Ты рискуешь, Вера. Но я не одна рискую. Нет, нет, нас двое. Это я и наш с тобой ребенок. Я беременна, Володь, и этот ребенок твой. Это же машина Веры. Вера Сергеевна отдала мне со своими вещами нагрузку. Я шучу, одолжила на 2 дня. А куда мы едем? Подальше отсюда. Вера сказала, буря начинается. Просила передать, что все с твоим Михаилом будет хорошо. Ты только не переживай, пожалуйста. Не переживай. Все в порядке. Не будет никаких заявлений, никаких статей в интернете, сплетен. Нет, это лично мое дело. Нет, подожди.
Я вполне осознаю свою ответственность, и поэтому, если тебе что-нибудь нужно... Володя, я не маленькая девочка, я взрослая состоятельная женщина. Мне ничего не нужно. Я тебе рассказала, потому что ты имеешь право об этом знать. Отвези, куда скажут. Вера, а где твоя машина? Володь, такая история. Ну, ясно. В общем, завтра тебе передадут ключи от новой машины. Я знаю твой вкус, и это будет последняя модель. Володь. Но, пожалуйста, не спорь со мной. Я имею право сделать тебе скромный подарок. Володя, ты и так сделал неоценимый подарок. Поверь, это очень важно для меня. А машина, ну что скрывать, неприятно. Спасибо. Поеду. Ко мне пришли? Здравствуйте, Михаил Александрович. Если бы я знал, что это вы, я бы не пришел. Ну, раз уж вы пришли, садитесь, Михаил. Я все про вас знаю. Никакая вы не племянница Рыкова. Вы аферистка, снайперша. Тем более садитесь. Разговор будет недолгий, нет, но очень полезный для вас. Садитесь. Я... Не знаю, кто вам об этом рассказал, но это правда, я аферистка. И с помощью моей ассистентки Надежды я помогла вам совершить ошибку. Вы подписали договор о покупке комбината у Рыкова. Чушь! Это было мое решение. Это выгодная сделка. Михаил, я здесь не потому, что раскаиваюсь в содеянном. Вы мне абсолютно безразличны. Тем более такие люди, как я, они не меняются. Но... Мне не безразлична девушка Надежда. А вот она напротив, она очень переживает, что втянула вас в эту аферу и причинила вам вред. Я не совершил. Вы не совершили ошибку. Ну хорошо. Хорошо, думайте, как хотите. Но деньги за комбинат еще не уплачены, верно? Поэтому вы еще можете расторгнуть договор, опираясь вот на эту информацию. Это выдержка из одного секретного документа. Только не спрашивайте у меня, как я его достала. Но это факт. Михаил, это правда. И обратите внимание, комбинат – один из первых в списке на реприватизацию. Пожалуйста. А я здесь в гостинице, ужинаю в ресторане. Не хочешь присоединиться? Что? Куда? Прямо сейчас? Ну хорошо, иду. Здравствуйте. А я вас вспоминал. Очень приятно. Здравствуйте. Артем, присядь. У нас есть проблемы. Ну что ж, я думаю, что вы здесь как-нибудь без меня. Хорошей ночи. Какие проблемы, Миша? Что случилось? Нас развели, как детей малых. Вот почему на самом деле Рыков так торопился с продажи этого комбината. Разумеется, откуда мы могли знать о планах местного правительства? А он, сволочь, все знал. К счастью, я еще не подписал платежку. Алло? Валдис. Извини, что так поздно, но спать тебе сегодня не придется. Слушай, мой дорогой юрист,
срочно займись расторжением договора купли-продажи этого прекрасного комбината. Основание? Недобросовестность продавца. Появилась новая информация. Пожалуйста, можешь сделать так, чтобы до утра весь пакет по расторжению был у меня? Да. Это было бы прекрасно. Да. Здравствуйте, Артём. Кто, ты говоришь, принёс бумагу? Кто? Хорошо живете, гражданка, на нетрудовые доходы. Нам так не жить. Чего стоим, парни? Работаем? Почему не спрашиваете, что ищем? Ну, потому что мне это неинтересно. Оленик, пакуй ее. Пожалуйста, а можно без наручников? Нельзя. Вы, гражданка, задержаны в подозрении совершения ряда преступлений. Вы весь список огласите, пожалуйста. Уже так поздно. А список такой длинный. Вот переночуйте в КПЗ, и утром вам все расскажут. Пакуй ее и веди. Встала. Руки. Самый интересный пункт – шпионаж и измена Родины. А вышка? На выход. Работайте, ребятки. Квартира большая. Паша, а чего мы сюда приехали? Дом ведь банк отобрал. Слушай, я совсем забыл, вот. Ира Сергеевна просила тебе передать, она все ваши долги оплатила и дом у банка выкупила. А ты чего не спишь такую рань? Паш, я вот что подумала. То, что я наломала дров, это я сама виновата. Рад, что ты это понимаешь. Что, пойдем кушать? Ты иди. Тебе нужно сил набираться, чтобы начать новую жизнь. А я позже подойду. Давай быстрее. Ты вообще соображаешь, что ты натворила? Который час? Что? А ну-ка в глаза мне смотри. Я сказала в глаза, смотри, тварь неблагодарная. Да с кем? С кем тягаться вздумала? Со мной? Тогда было, кто ты, а кто я. Время ей сказать. 8:35.
И с этой минуты твоя жизнь превращается в ад. Здравия желаю. Майор Никитюк. Евгения Львовна, пожалуйста, пройдемте с нами. Я занята. Мы ненадолго. Пройдемте. Евгения Львовна Романова. Вы задержаны по подозрению в совершении ряда особо тяжких преступлений коррупционной направленности. Вы подозреваетесь в совершении правонарушений по статьям 285. Злоупотребление должностными полномочиями. 285 пункт 2. Нецелевое расходование средств государственных небюджетных фондов. 286. Превышение должностных полномочий. 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 292. Служебный подлог. Я прочел содержимое этой папки. Впечатляет. И все равно, Вера, я не жалею, что я встретил тебя. У меня есть к тебе одно предложение. Почему бы тебе не жить со мной? Неофициально, конечно. Я куплю тебе дом, ты ни в чем не будешь нуждаться. Я буду заботиться о вас. С этими твоими делишками, разумеется, придется покончить. Что скажешь? Володя, ты замечательный и удивительный мужчина. Я очень надеюсь, что наш сын будет похож на тебя, но... Володь, пойми меня правильно, я больше никогда и никому не хочу принадлежать. Кроме своего ребенка, конечно. И вот если бы можно было вернуть время назад, и если бы можно было начать все сначала, я бы никогда и ни за какие деньги, поверь мне, не встала бы на этот путь. Спасибо. Вера. Мое прошлое было ужасно и отвратительно, я знаю. Но спасибо тебе большое, что ты помог мне с ней покончить. Двери были открыты, и тут такой бардак. Я так испугалась. Миш, прости. Бес попутал. Ты думал, что я ничего не узнаю? Убирайся, сволочь продажная.
все расскажу. У меня здесь все записано. А можно мне оформить явку с повинной? Если вы только знали, как я ненавижу коррупцию. Есть кто? Ау! Есть кто? Эй! Есть кто-нибудь дома? Ау! Михаил Александрович? Надя. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы изменились? Да. Я не похожа на Ингу. А вы... А я приехал, чтобы сказать спасибо. Но я столько боли вам причинила. После этой истории я наконец-то отпустил Ингу. Вы простили меня? Для меня это очень важно. Здрасте! Господин режиссер. Нет, это Паша. Он мой муж. Он учится в институте в автодорожном и приехал на выходные. А вы? А я учусь на экономическом, на заочном, и пока что живем здесь. Да на Надьке весь сельсовет. Скоро дорогу новую делать будем, асфальт качественный положим, да? Ну чего мы здесь стоим? Пойдемте в дом. Окей.